И всем привет, с вами Мишустин, и сегодня я покажу все скримеры Poppy Playtime, вторая глава. Усаживайтесь поудобней, берите какую-нибудь вкусняшку и старайтесь не отложить кирпичей. Приятного вам просмотра. Поехали. Вот первый скример. Это когда почти в самом начале игры мы выходим из этой вентиляции. О боже мой. Вот это реально что было страшно. Вот поэтому... Она даже говорит, не хотела нас попугать. Поэтому я включаю этот скример в нашу сборку. Это реально страшно, особенно в такой тишине. Погнали дальше. И вот следующий скример страшного кролика Банда Белли. О боже мой. Этот скример для меня всегда был криповым останется. Это серьезно очень страшный скример. Когда я его в первый раз увидел, вы не представляете, что было с моим пульсом. Это реально страшный скример. Переходим к следующему. Следующий скример, когда после первой мини-игры или мы идем здесь. Конечно, хоть я уже это пережил один раз, но все равно в таком молчании и тишине это реально очень пугает. Погнали к следующему. И вот мы на следующем скримере. И этот скример заключается в том, когда мы во второй мини-игре мамочки не побьем вышившего из дыры Хаги-Ваги. Это реально страшный скример. Особенно, когда он вот шилом, я не знаю, что он делает. Это реально крипово. И в первый раз, когда я один раз пропустил одну дыру, и он успел вылезти, это было реально крипово. Погнали к следующему. Что говоришь, Берри? Чтобы зритель поставил лайк и подписался на канал? Ух ты ж, хороший совет, Берри. Так что вы давайте слушайте этого красивого Берри. Ведь на это видео ушло много сил и времени. Ну, спасибо за совет, Берри, мы идем дальше. Погнали. И следующий скример, это скример, вот эта собака с крылышки по имени Пиджей. В последней мини-игре мамочки. Хороший скример, мне понравилось. Он реально страшный. Когда на тебя гигантская сороконожка собака прыгает, вот это... Конечно, мощно. Погнали. Поэтому погнали к следующему скримеру. И вот мы доходим до следующего скримера, когда пройдя головоломку, мы падаем вниз по вентиляции. О боже мой. Это очень крипово сейчас было. Я реально сейчас испугался вот этого, как она летит на нас. И посмотрите на нее, как это... У нее еще руки так растут. Она очень злая и страшная. Она прям так и хочет нас убить. О боже мой, вот здесь прям реально... Вот, она начинает читать, и мы останемся здесь. Что будет? О, боже мой! Я сначала думал, что скрипты игры залагают, просто скоро не выкинет. Ох, ну нет, она скриманула. Это было страшно. Вот этот момент очень криповый, когда она появляется, прыгает и скримует нас. Ладно, погнали к следующему моменту. И вот мы переходим к следующему скримеру, когда... Мы решаем эту головоломку и идем по этому коридору. Черт возьми! Боже мой! Скажите нам! А что это страшное? Ну и скримеры это, конечно, очень. Ух, это было крипово. И тем временем круто, когда она так эпично с нами поползла. Ну, погнали к следующему скримеру. И вот мы на следующем скримере. Это решение этой головоломки с печкой. Боже мой, вот она, офигеть, она страшная. Чёрт. Вот это она криповая. Этот танец самый же быстрее спрятаться от неё. Чёрт.
хороший скример. И это тоже очень крипово, когда мы идем спокойно, никого не трогаем. Я честно, первый раз я очень сильно испугался, когда я пошел по мосту, и она выпрыгнула. Ну, погнали к следующему скримеру. И следующий скример заключается в том, когда мы убегаем от мамочки с этого моста и идем вот сюда. Боже, черт! Он здесь! У меня еще рука здесь! Скорее, беги! Он! Это еще один мамин скример. У мамочки очень много скримеров в конце, но они все по-своему страшные, когда она вылазит из каких-нибудь криповых неожиданных местечек. Полетели дальше. И вот следующий скример, когда мы бежим от мамочки. А Юрка здесь? Нет! Офигеть. Ну, я просто продолжаю удивляться от скримеров мамочки, ведь они реально криповые. Поэтому едем дальше. И вот мы переходим к финальному скримеру в игре. Погнали. Что это? Боже, вон она, это мамочка, да там. Черт. Открывайся, тупая дверь, быстрее. Что делать? Отстань, мамочка, нет. И... Уф, и здесь она нас убивает. И это был последний скример в игре. Но все равно летим дальше. А летим мы дальше потому, что я хотела вам показать концовку игры. Хоть она и не скример, но как-никак она реально очень прикольная. Мне кажется, это освещение улучшилось. Странно. Давай быстрее. Все равно концовка очень криповая. Да быстрее! Открывайся! Нажимаем и... Так. Офигеть, конечно. Посмотрите. Вот это не скример, но разве это не крипово? Офигеть. Мне дрывает руку, я подумаю, засасывает и перемалывает. Офигеть. Это, можно сказать, был самый последний страшный момент в игре. И потом еще забирает ее прототип. Да, у меня скоро будет видео о нем. Поэтому обязательно ждите видео. И поэтому эта концовка реально очень криповая. И вот мое видео подходит к концу. Поэтому пишите в комментарии, как вам вообще этот выпуск. Понравились ли вам скримеры? Реально ли были скримеры страшными для вас? Поэтому пишите комментарии и ставьте лайки. На эти видео у меня ушло очень много времени и усилий. Поэтому я буду очень рад вашей поддержке. И повторяю еще раз, пишите комментарии, как вам вообще этот выпуск, понравился ли он вам или нет. И можете написать, как вам вообще скример. А пока, всем спасибо за просмотр. С вами был Насустин. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.